Перед началом нового учебного года в Орле стартовала традиционная благотворительная акция «Дорога в школу». Ее цель – помочь собрать детей в образовательные учреждения. Прежде всего, речь идет о детях-сиротах, о детях, оставшихся без попечения родителей, о детях-инвалидах, о детях, которые воспитываются в малообеспеченных многодетных семьях. Поучаствовать в акции приглашают организации, частных предпринимателей и просто неравнодушных. К новому учебному году необходимы портфели и канцелярские принадлежности. Администрация Орла тоже приняла участие. Для будущих школьников закупили ортопедические портфели и школьные наборы. Благотворительную помощь собирают по адресу улица Ленина, дом 23, кабинет 2. Акция продлится до 31 августа.